Так, сейчас мы с вами будем звонить, опять же, по объявлению с Авито. Кандидат заинтересовался и оставил свой номер телефона для связи. Имя, к сожалению, не написал. Сейчас узнаем, как его зовут. Так, звоним. Находится он у нас, проживает в Нижнем Тагиле. Так, давайте громкую связь включу, чтобы вам было слышно. Алло. Алло. Здравствуйте. Это Екатерина с Авито. Вас беспокоит. Вы сейчас можете разговаривать? Да, да, мне тоже. Тоже Екатерина, очень приятно, а то имени там не было. Я так поняла, что вы мое объявление прочитали, вас заинтересовала, да, вакансия? Да, просто у меня уже поступало такое предложение, хотела бы уточнить. То есть продаж нету, да? Просто клиент такой. Да, давайте я вам расскажу тогда более подробно, как это все происходит. То есть это все без продаж. Получается, работа полностью через интернет. То есть суть работы заключается в следующем. Нужно будет развивать бренд интернет-магазина, в ассортименте которого товары первой необходимости. Ну, то есть вы поняли, да, компания Oriflame? Вообще знакомы с этой компанией? Вот. Потому что сейчас в наше время интернет-магазины набирают популярность, да, наверное, тоже согласны со мной, что многие экономят деньги и время и покупают через интернет одежду, обувь, бытовую технику. Вот, и ваша основная задача будет привлечение покупателей, либо управленцев в интернет-магазин. То есть мы вам даем доступ к вашему личному онлайн-кабинету, откуда вы будете управлять своим магазином, естественно, с нашей помощью. Мы будем помогать вам организовывать поток людей и предлагать будем им два варианта. То есть либо просто регистрироваться, как на обычном сайте интернет-магазина, да, проходят регистрацию и с экономией для себя покупают. Либо предлагаю второй вариант, это вариант первый, плюс возможность зарабатывать, вот то, что я вам предлагаю, да, становясь управленцем, руководителем собственного онлайн-магазина. Вот эти люди, которые выбирают второй вариант, нам наиболее интересны, и мы в них вкладываем больше времени, обучаем и, так сказать, растим, да, по карьерной лестнице. Вот пока на данном этапе понятно, да, о чем я говорю? Да. Ага, Екатерин, давайте я вам на примере расскажу, чтобы вы более, как сказать, обширно понимали, что я именно предлагаю. Вот у вас в окружении есть кто-нибудь, кто предпринимательской деятельностью занимается или занимался? Есть, то есть представление имеете вообще, что это такое, да? Вот, давайте с вами представим, что как будто бы вы открыли свой собственный магазин, не интернет, а вот обычный, ну, допустим, по продаже там, ну, детской одежды возьмем, к примеру, да? Вот, и каждый месяц, допустим, я вас буду снабжать покупателями, клиентами, которые будут у вас ежемесячно делать товарооборот, то есть покупать у вас на 1 000 000 рублей. То есть каждый раз у вас будет эта сумма, может быть и больше, но не меньше. И вы за мою работу вот такую будете мне платить 10%. Вы согласились бы на такую сделку? Да, наверное. А почему? Для вас это выгодно? То есть, как правильно я понимаю, вы не привлекаете клиентов, а я уже даю заработки. Да, то есть они к вам будут приходить постоянно, приобретать и будут вам делать товарооборот минимум 1 000 000. То есть они могут больше делать, но не меньше 1 000 000 в месяц. Да, согласна. То есть, получается, у вас отпадет обязанность рекламу какую-то размещать, деньги тратить, да, на нее и привлекать к себе. Вот, примерно такую сферу деятельности я и предлагаю. То есть, раньше, как Oriflame, вы знали, там, с каталогами нужно было ходить, продавать, да, и так далее. Сейчас открыто другое направление, тем более сейчас интернет гораздо больше развит, и поэтому работаем не только в каком-то определенном городе, а по всей стране, по странам СНГ. То есть получается, что мы с вашей помощью, вы с нашей помощью, да, соответственно, развиваем товарооборот. Каким образом? То есть приглашаем людей и вот предлагаем, как я говорила, два варианта. Да? Кто-то для себя покупает и просто экономит, а кто-то, например, еще и бизнес развивает. И от этого, получается, будет создаваться товарооборот. И с этого товарооборота будет выплачиваться от 10%. То есть получается растущий доход.
потолка нет. Как вы поработали, столько и получаете. Ну, то есть, потому что люди приходят постоянно, как и в любой другой магазин, товарооборот, он не падает, он только постоянно растет, соответственно, и доход также. Единственное, я сразу говорю, что с первого там, дня, месяца, да, золотых гор, там, больших денег не обещаю. Потому что, ну, сами понимаете, да, раз выплачивается. Вот. И для того, чтобы управлять своим вот этим онлайн-магазином, естественно, нужно будет обучаться. Да? У нас организовано бесплатное обучение через онлайн также, через интернет. Слышали о вебинарных комнатах что-нибудь? Да, я здесь сейчас работаю, у нас есть вебинар. Угу. Вот, но вы не в Арифлейм, да, работаете-то? Ага, вот, то есть там также у нас выступают спикеры, также все рассказывают, это предоставляется бесплатно абсолютно, также инструменты для работы бесплатно. На работу нужно будет примерно от 3 часов в день. Располагаете таким временем? Вот, там неважно, утро, день или вечер, то есть когда вам удобно. И основные действия – это работа с электронной почтой. Ну, я думаю, что вы имели опыт, да, уже с этим. Ну, конечно, у меня постоянно опыт с электронной почтой. Вот, тем более. Просто у нас приходят люди, которые вообще, знаете, с компьютером на «вы», и за это время обучаем их всему. Там гораздо, ну, немножечко сложнее приходится просто. Вот, там обработка писем, входящая корреспонденция, организация собеседований. Ну, вот примерно как я с вами провожу. Но чаще всего, так как мы работаем удаленно через, со всеми городами, да, и за границей бывает, с перепиской проходит собеседование. Как его проводить, тоже предоставляем примерный шаблон, чтобы вы знали. Ну и размещение объявления рекламы. То есть вот таким же образом, как вы меня нашли по объявлению, да, вот таким же образом примерно работаем. Вот. И получается, доход официально выплачивается не на Киви, не на Яндекс кошельке, а только на расчетный счет в банке. То есть изначально, когда он небольшой, он сначала вам начисляется на номер консультанта, который после регистрации присваивается. Вот вы там его отслеживаете, видите в личном кабинете. А когда уже выходите на хороший доход, ну, хороший доход для всех по-разному, кому-то 30 тысяч мало, да, кому-то там 100, вот. И тогда открываете расчетный счет в банке, перезаключается договор с компанией, и вам каждые 3 недели будет на расчетный счет наличка приходить. Вот, и получается еще раз по действиям, да, что делать, это приглашать людей в бизнес, то есть никакого спама, отработанная система. Вот. И много обучаться, ну, то есть в режиме онлайн. Если не попадаете на обучение, которое сейчас, допустим, там по времени какому-то проходит, мы стараемся делать записи, чтобы вы в любое время могли прослушать. Вот. Вот как вы думаете, у вас могут возникнуть сложности на каком-нибудь этапе? Ну, сейчас много магазинов, конечно, которые опять какую-то дорогую продают, да, и какой-то доверие к этому упало. Ну нет, мы в большей-то степени ищем именно для работы. То есть к нам идут большая часть люди для, именно для того, чтобы развивать бизнес. А если они приходят развивать, естественно, они для себя что-то берут в своем личном магазине. Ну как бы логично, так вот. Вот поэтому наша задача просто разместить рекламу, и размещаем мы рекламу не по поводу того, что есть такая компания, да, и там такие-то товары есть. То есть этим занимается сама компания. Акции, распродажи и так далее организуют. А наша как раз-таки задача привлекать людей, которые, вот так же, как я вам предлагаю, да, управлять вот этим магазином, потому что открываются в различных филиалах вот такие вот точки, которые нужно развивать. Вот, и поэтому требуются такие люди. Потому что если судить по потребителям, консультантов очень-очень много зарегистрировано, которые там что-то для себя покупают, а которые просто реально работают и развивают бизнес, тех, ну, как бы, еще маленькое количество. Вот, в принципе, за 3-й год работы здесь я повстречала разных людей, которые, например, сначала приходили для того, чтобы что-то покупать для себя, а потом переходили на бизнес. А есть такие, которые приходили на бизнес, но потом там что-то им не понравилось, времени не хватило, либо ну, просто неинтересно им стало, они перешли просто для себя покупать. Вот, как бы, ну, разные есть люди. Вот. Да, регистрация бесплатная, единственное, ну как, там условия бесплатной регистрации есть, так она стоит 149 рублей. То есть на эту сумму, на 149 рублей, приходит пакет печатных материалов там, для нового партнера. И все, то есть разово берется эта сумма. Вот. Ну, в принципе, это, знаете, то же самое, что в магазине дисконтную карту какую-то купить, да, там также карточка стоит. Вот, только здесь скидка тоже на все сразу всем предоставляется от 20%. От 20. Раньше 18 было, а сейчас 20.
Вот. Смотрите, подумайте, может быть, вопросы есть какие-то. Можем с вами, например, где-то в скайпе созвониться, я вам экран покажу свой, как это все происходит, как начисляется, где отчеты всякие. Да, нету, ага. Но камера-то там не нужна вам, то есть я бы через свою демонстрацию экрана вам показала. Ну, может быть, электронную почту как-то удалось включить? Электронную почту сюда, я по Межгороду. Да, по Межгороду. Я вот не знаю, как... То есть, точнее, через электронную почту я вам не могу показать экран свой, а через скайп, видите, я могу включать свой экран прямо на компьютере и вам показывать, как это в личном кабинете выглядит все, и вот так вот, как начисляется доход. Ну, может быть, тогда я в скайпе зарегистрируюсь, тогда... Угу. Вот. Давайте я вам смс-кой тогда скину, чтобы уж точно не ошибиться. Электронную почту. Удобно так будет? Вот. И вы мне тогда... Я, в принципе, либо вы мне можете свою электронную почту скинуть, а я вам могу инструкцию, как установить скайп, сбросить. Или есть у вас... А, ну хорошо. А, ну ладно, хорошо. Вот, ну тогда я вам сейчас смс-кой скину свою электронную почту, и тогда вы мне потом скинете логин, да? Либо я могу вам, знаете как, может быть, вам сразу логин скайпа тогда мой скинуть, а вы меня найдете, или как? Да, тогда мне, наверное, тоже будет. Что сразу установите, и меня там найдете, и свяжемся с вами тогда. Все, ладно, хорошо, давайте. Угу. Ну все, вы тогда сможете, когда завтра установить, да? Да, завтра можно. Ага, ну все, тогда сейчас вам скину смс. Было приятно с вами пообщаться. Ага, всего доброго, до свидания. Ну вот человеку вроде бы все привлекло. Сейчас он хочет убедиться в реальности, да, и мы с ним свяжемся по скайпу. Сейчас скину логин скайпа своего смс-кой. И все покажу, как начисляется доход, как это выглядит в личном кабинете и так далее. Надеюсь, тоже на положительный исход регистрации.